городе Твардица есть достаточно хорошая инфраструктура, и локомотив Твардицы сегодня – это свободная экономическая зона. Туда идут инвестиции, и село развивается. Ясно, что у села намного больше потребностей. Село находится в отдалении от Тараклийского района. Поэтому естественное желание их стать городом, потому что процедура по отношению к городам немножко другая. И в части налогообложения, и в части наличия там службы МЧС со своим пожарным депо, и многое-многое другое. Поэтому я, например, поддерживаю этот шаг, что Твардица становится городом. Населенный пункт большой, тем более на отдалении от Тараклии находится. Я не вижу в этом никакой, скажем, никаких сложностей для Гагаузии в том, что Твардица становится городом. Настроение людей от этого не изменится, потому что весь комплекс услуг они получают в Чедерлунском районе.